К другим новостям. Генеральная прокуратура запросила у парламента снять иммунитет с депутата Марины Таубер. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель парламента Игорь Гросу. По словам чиновника, запросы в установленном законом порядке рассмотрит парламентская комиссия по вопросам права, назначения и иммунитету. В партии ШОР обращение прокуратуры назвали политической расправой за критику действующей власти. Solicit 1. Ridicare imunității parlamentare deputatului în Parlamentul Republicii Moldova. Запрашивается первое – снятие парламентского иммунитета депутата Марины Таубер. И второе – иммунитет снимается в целях ареста и передачи уголовного дела в суд. Речь идет о правонарушении, предусмотренной статьей 181, пунктом 5 Уголовного кодекса, а именно добровольное принятие финансирования со стороны организованной криминальной группировки во время предвыборной кампании выборов примара муниципия Бельцы 21 ноября 2021 года. Еще один эпизод – добровольное принятие финансирования партии со стороны организованной преступной группы в период с 13 июля 2022 года по 1 мая 2023 года. Третий эпизод – подделка финансовых отчетов избирательной кампании в период выборов примара муниципия Бельцы от 21 ноября 2021 года. В партии ШОР запрос прокуратуры о снятии иммунитета с Марины Таубер назвали политической расправой. В политформировании считают, что причина тому – критика, исходящая от оппозиции в адрес нынешней власти. В пресс-релизе партии ШОР говорится, начало цитаты, «преступный режим Сандупас продолжает использовать Генеральную прокуратуру и своего карманного прокурора в качестве политической дубины для преследования депутатов от партии ШОР и других представителей формирования». Конец цитаты. Посредством запроса Генеральной прокуратуры о повторном снятии иммунитета с депутата Марины Таубер, нынешняя власть продолжает свои отчаянные действия по отвлечению внимания общества от собственных провалов и ряда бесчеловечных инициатив, включая отмену Дня Победы, необоснованное продление чрезвычайного положения, трехкратное увеличение зарплат министров и депутатов, тотальную узурпацию власти, обнищание населения и так далее. Как и прежде, Генеральная прокуратура за отсутствием доказательств выдвинула против депутата Марины Таубер тяжелую ложные и необоснованные обвинения, связанные с так называемым незаконным финансированием партии ШОР. Партия ШОР обращает внимание общественности на то, что по закону депутат, который обвиняется и с которого требуют снять депутатский иммунитет, имеет конституционное право на защиту и быть заслушанным в парламенте. Однако Марина Таубер в настоящее время находится под домашним арестом. В партии ШОР считают, что таким образом права Таубер не могут быть соблюдены, что является еще одним примером нарушения прав человека, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека. В политформировании отмечают, что подобная ситуация создает предпосылки для очередного обращения в Европейский суд по правам человека. Вот как комментирует запрос прокурора сама Таубер. Ни Илон Шор, ни я лично, ни мои коллеги по партии ни в чем не виновны. Все, что написано в этой папке, сплошная билетристика. Это фантастика, выдуманная с целью политической расправы. Все, что мне инкриминируют, неправда. И доказательства обратному нет, ибо ни я, ни Илон Шор ничего противозаконного не делали. Эти уголовные дела шиты белыми нитками, и в самое ближайшее время вся общественность сама в этом убедится, как только ознакомится с их содержанием. Все это делается для того, чтобы убрать с политической арены очень сильного политического оппонента. Я сейчас говорю об Илоне Шоре и нашей команде. Парламентская фракция партии ШОР заявила, что в знак протеста к действиям нынешней власти продолжит бойкот пленарных заседаний парламента.